вместе? Куда? В таверну? Да. Нет, мы идем туда по одному. Сразу, сразу вперед влетает, сразу влетает Пикси. Она осматривает все. Проводится разведка. Еще какие-то планы отдельные. Но я могу скастовать Брайан Айс, они залетят, обследуют что-то верно, вернутся и доложат. Там, представляешь, что станет с селянами? Там селянами, пихолдеры! И умрут там. Они маленькие, они вот такого размера. Маленькие пихолдеры! Нас их, скорее всего, вообще не заметят. С большими пихолдерами все просто, от них знаешь, что ожидать. Они большие, все, а это непонятно. В общем. У меня единственное есть, я то, что писал, у меня у Барда есть вопрос к магу. У нас есть предмет, который, не знаю, любой маг мечтает заиметь свою собственность. Да-да-да, надо его сбыть. Вот, бандану плюс 4 интеллекта. У меня есть бандана плюс 4 интеллекта. Я не про тебя вообще говорю, ты мне вообще не интересен. У тебя уже есть бандана плюс 4 интеллекта. Какой другой маг, о чем ты говоришь? В этом городе живет маг, который крафтит магические предметы. Он не маг, ты посмотри на него. Чувак, ты умеешь крафтить магические предметы? Я могу. Магия, магия это не только выжечь все. Магия предмет, который можно выжечь все. Я могу призвать существо, которое создаст предмет, который выжжет все. Слишком много. А зачем? Ну не знаю, ему надо. То есть не проще ли взять, не знаю, там Necker of Fireball и. То есть нам не надо сейчас выжигать все, нам нужен предмет какой-нибудь хороший. Вот, согласен ли он обменяться с нами? Может быть, у него есть что-нибудь ценное и интересное нам? Давайте расскажите, что вы хотите. Клирик, чего ты хочешь? Я даже не знаю. Ну, сходу, может бы что-нибудь к этому, к инициативе. Какой-нибудь родов Максим Айс? Род Максим Айс тоже, наверное, хорошая вещь. Мне тогда кубик не надо будет кидать. В общем, 60. То есть мы с ним сможем поменяться? Да. Я предлагаю, у нас маг, мне кажется, родов максимально на самых хреновых вариантах. Сколько она стоит? Да. Я не знаю. О, настик. Вот ты проклят! Я вспомнил, мне настик нужен. Кто? Настик. Ну, палочка такая, зарядная. Ночная палка. Не-не, это не та ночная палка, про которую вы подумали. Можно подумать про факел. Это не палка. У родов максимально у него же конечное число зарядов каких-то, да? Уродов? Уродов. Заряды обновляются. А, то есть просто в день. Так же, как и палка. Так. Я точно думаю, не про ту палку. Максимайз. Палка как и палка. Родов Максимайз хорошая вещь, она позволяет не кидать кубики. Родов Максимайз. Кстати, она на арканы действует или на... Нет, магия. Тоже. Максимайз обойдется... Лезер обойдется в 14. Лезер это что значит? Что, ну, какие там ограничения? Так. Эта хрень стоит... 16, по-моему. Это хрень стоит 18. Может быть. А в чем 18, кстати? Потому что 18. Почему 18? Ну, там что-то будет про квадрат, нет? Нет. Плюс чего? Четверочка. 16 тысяч вроде. По-моему, 18. По-моему, там 2 и квадрат. По-моему, тоже. Ты тысяч, по-моему, тысяч, два тысячи квадратных бонуса. Два и два в степени бонуса. 24. 24 16. На самом деле, может быть и 16. Мне кажется, это менее логично. Да, 18 лучше, я согласен. Я всегда был уверен, что там квадраты. Так ДНГ открой. Как у тебя? Ты мастер, как у тебя нету ДМГ на ноутбуке? Чем ДМГ? Нет, ты правила создали. Ну, тут есть книжечка про нежить. Подойдет? Проблема в том, что я что навряд ли чертим тебе по всем некоторых бакам. Предметов отличается от той цены, которая задумана при крафте. Да. По ХБ есть. Называется продажная цена. За сколько впарил?
Мне, например, 4 гигабайта PDF с ДНД, с саплементами на жестком диске всегда выдается. Это очень мало. Что-то маловато, да. Это маловато. Это самые основные, которые обычно нужны во время игры. У меня все валяется по разным паркам. Что в музыке, что в учебе, что еще где-то. Видите, у тебя жизнь ДМГ? В бумажном, говорю. Я бумажный. Ну, а где она? Я могу найти там быстро. Да, 16. Перчатки 16. Да. Дракенфлагио. Жуть. А, так он собирает арт-объекты. Чего? Не, ничего. Я так полагаю, что, к сожалению, простая палочка обойдется только для спелов третьего уровня. Третий и ниже уровня. Третий и ниже? Сейчас, подожди. Что у меня третьего уровня? Ну, третьего уровня, он, по-моему, вполне себе достаточно. В том плане, что там, по-моему, идет до ограничения 10 на уровне. Или нет? А, там Soundlines. Блядь, это бесполезно. А хотя Fireburst, она вокруг себя такая. Ну так что? Четвертый был бы идеален. Ну, там уже значительно дороже. Пинать стик 7500. Потому что на четвертом идет Explosive Cascade, который максимум 10D6. А подожди, а там еще есть как это есть Maximize, а есть Empowered. Empower, Enlarge, Empower. Extend, Maximize, Quicken и Silent. Они все одинаковые, да? Нет, цены разные. А Empower сколько стоит? Empower дороже. Лазер 9000, Normal 32. А Maximize Normal сколько стоит? 54. Так он дешевле. Но я на другую же. А сколько у них в день? 3 раза. А, ну ладно, короче, бесполезно все. По-моему, проще обменять на голду. Ну, на голду, ну ёпт, понимаешь, на голду он купит, так-то можно было договориться на обмен. А, ну я понял, да. Вот. Не 50%. Я просто не смотрел, не смотрел магические вещи, которые могут быть полезными. Поэтому даже не знаю, что сказать. Плащ поглощения. Плюс 2, плюс 3 к сейвам. Давайте уже. Чего вы хотите от бедного мага? Всего. Он стоит, мнется, ожидает, чего хотите. Слушай, этому медному магу только что дали ресурса на крафт магических предметов 1100. Он вроде заплатил. Не помню, правда, сколько? Если он чувствует себя не очень уверенно, я предлагаю продолжать продвигать идею, что он должен нам дать Rose of Maximize. Бесплатно. Ну, мы просто дадим ему еще эту бандану. Просто. Не, я же не это самое, то есть, ну, я не настаиваю. То есть это такие предметы, которые, ну, его невыгодно продавать. Плюс 4 к стату. То есть продавать его за 8000 это... Но использовать мы его тоже особо нигде не сможем. Если только отдать... Да. Ну, оденет мой бард, и у него будет без всякого это самое плюс 21 бардик knowledge. Ну, вот просто сразу. Это неплохо, в принципе. Давай плюс 4. Сколько стоит? 4 уровня. Что? Сколько потери? Так там нету 4. Там есть которые ограничения на 3 уровень, а обычно он, наверное, на все действует. Или как? Или до 6? Нормал до 6 включите. Да. Сколько он стоит? 54? 54. Чисто теоретически он может ее скрафтить. А экстенд сколько стоит? 32, по-моему, да? Да. До 6. Да. Ну, экстенд он просто в 2 раза увеличит количество кубов, фактически. Ну, все численные параметры на 2. То есть, например, получается, подожди, с экстендом я кидаю не 10D6, а 20D6.
Или умножаю на 2 результат? На 50% это empower, а extent увеличивает личность. Ой, empower имел в виду. А, empower на 50%. Да. Сейчас, подожди. По-моему, я могу ошибаться. У меня 3,5 уже. Где-то далеко. Так, кому еще что посмотреть? Mighty Stick ты уже нашел. Угу. 7,5. А, ну короче, да. Ну, в принципе, может, Empower взять. 2 Night Stick вам не нужно. На Empower все равно не хватает. 2 Night Stick вам не нужен? Просто 50%. Они 2 не нужны просто. Они... Не, конечно, можно сказать, что они стакаются. Но обычно нет. Лучше не стоит этого делать. Обычно только одна палка в сутки. А знаешь почему? Не уведи ближнего во искушение. Абьюзить правила. Так что насчет рода, мистер? Можем навешать магу лапшу на уши, что у нас есть еще два предмета, дающие статы. Ну вот. Просто empower. И выклинчить. Ну empower то ну, постольку. Не столько. Ну, понятно, что клянчить надо максимально. Ну там все 4. Да, бабло нужно куда-нибудь делать. Если вы доплатите. Ну, смотри, во-первых, у нас есть возможность доплатить, во-вторых, у нас есть еще два предмета, то есть, которые, может быть, не так круты, да, то есть, тапки и, ну, что-то кону и что-то стекс. Расположение плюс вторые, по-моему. Да, и декс. И декс, по-моему, плюс вторые, плюс четвертые. Слушай, а тапки бы мне нормально пошли, что-то. Это какие-то тапки. А, черт, у меня эти сапожки есть. Смотри, получается, у нас два предмета, которые дают... А к Дексу? Ну к Дексу мне вы тоже, в принципе, пригодились. Так, ну, Дексу он и Оле пригодилось. У тебя какой Дек к Дексу? Плюс 2 или плюс 2? А там? К Дексу мне пригодилось бы. А там плюс 3, что ли? Раньше было плюс 4. Было плюс 4. Ну, вообще нет, было плюс 2, но сейчас Витана говорит, что плюс 4 уже. Я не помню. Не, ну так ты можно дать... Нет, ты нам ничего не скидывал. Так, нет, я не можно, можно дать Оле, а Оле надать мне. Они же на меня надеют. Они магические предметы, да. А тебе места хватит? Ну, на руках у меня ничего нету. А, черт! У меня там перчаточка с зеркалом внутри. Обидно. Не Декса не так важна. Нет. Чем перчаточка? Да. Ну, давайте отдадим ему эти три очень крутые предмета. Не, почему? Декс мне отдайте. Зачем тебе Декс? Инициатива. Слушай, ты не взял себе груз инициатив, теперь вот жди 12-го уровня. Хоть лучше, да. Мне тут Декс, а я свой отдам. А что, 12-го? А. Просто, допустим, ей это увеличит и бонус к атаке, и к броне, и к ее стелсу, и так далее. Плюс 2. К атаке. И к дизейбл девайсу даже. Говорит, что плюс 2. Ну, плюс 2 это не сильно. Значит, нет, не увеличит. Не увеличит. Мастер говорит, что плюс 2, плюс 4 у вас. Ну туда мне не важно. А что может быть реально ему предложить их? 16, 8, 8, 32. Ну да. Ну есть же у тебя деньги? 1000. Книжки. А, ну книжки еще оставить, кстати. Ну, да. А что, зачем еще раз? Могу тебе доложить процент. Доложишь книжками. Клирик, гном, еврей. Книжки у нас, наверное, на сколько они подтянут? На 5 суммарно? В среднем книжка 5. Считай. А, одна 5. Это уже половина читает. А, они же 100 страниц, да. Значит, на 10 они подтянут. 32-42. Ну и скидку как постоянным клиентам. Как хорошим клиентам. Понимаешь, мы можем давить на то, что скрафтит он этот рот как бы за половину стоимости. Да. А мы ему даем предметы больше, чем половина стоимости берет. Барт еще может танцевать. Сколько насчитали? 40? 42, по-моему. 42. 54. Плюс там уже книжки все. Это же интересно. Вы же смотрите, вот эта вот книга, это книга мага из Underdark, Дроу. Нет такой больше на. Да вот прикинь, как...
Ты думаешь, какая-то редкость. Ты думаешь, слушай, почему я такой крутой? Не когда пугай ты его. Был таким же идиотом, как ты, крафтил свитки и так далее. А потом я попал в Underdark, сразился там это самое, нашел книгу, и вот теперь я такой крутой. Я молчу про Мифалара, не хочу. Ты стоишь там за спиной, так это самое, плащ развивается, волосы такие, и усы такие. Когда ты успел усы отрастить? Не знаю. Это было мгновенно, они потом пропали. Плащ 1005, хотя... И так с большой скидкой. 5000 это уже не с большой скидкой. Да это уже с маленькой. Да ну. Под ничтожная скидка. Да ну. Я тебе говорю. Видишь, вот кто я? Вот я какой тебе говорю. Ладно, не хотел сказать жирковатый, но ну ладно. Он жрет Слотандар, он не может быть жирковатый. Вот именно. Он искренний. Какой-то искренний. Ну, нам просто преподавали основы хозяйствования, поэтому... Я знаю, я могу, поделиться с ним своими последними разработками. Ну, показать ему свою книгу заклинаний. Не дать, а просто... Там, между прочим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 заклинаний 5 уровня. О! А это 4000 золотых. А что так мало? Ну, 100 за уровень. Ну, 8,5, 40 на 104. 4000. Черт с вами, что это? То есть я ему просто вот бесплатно даю переписать все свои заклинания 5 уровня. Пускай вот. А там, между прочим, спел, который дает. Видишь, какая идея! Две атаки. Две атаки. Только за. Кин, флеймберст. А, харизму. Да, только за харизму магу. Давайте отрежем магу харизму. И оставим этому магу на память. За отдельный плод. Так что, мы наскребли народов максимайз? Угу. Да, кстати, как его использовать? Его нужно в руках держать или как? Роды. Или они просто там за поясом, например, захнуты и... Ты в скальпе сейчас? Я тебе могу ссылку. Я похож, что я в скальпе? Ну, сделай так, чтобы стало похоже. Скинь Витань. Давай. А я страницу скину. Было просто нажать, он бы открылся в дефолтовом браузере. Не в этом бы открылся. Подожди. Еще фит нужен. Все. Поздно. А чтобы скрафтить. Не-не-не. Position of Metamagic Rod does not confer the associated feat on the owner. Only the ability to use the given feat a specified number of times per day. Нужен фит. Ну, короче, род, она просто дает использовать этот фит бесплатно. Облом? Что делать? Поздно. Продавай назад. Не, ну... так можешь еще ничего не принести. Мнение? Пошли договорились, раньше это нужно было. Не-не-не. Что таскает гном, он... У меня Bardic Knowledge очень большой, я не мог этого не знать. Ты мог не знать, если бы... Ну, я вообще об этом впервые слышу, может быть, ты немножко что-то там не так прочитал. Metamagic Rods hold the essence of Metamagic Feed, but do not change the spell slot of the altered spell. All the rods described here are use activated, but casting spell, blah blah blah,
Ну, это, короче, типа так в противнике. Caster may only use one metamagic rod on any given spell, but it is permissible to combine a rod with metamagic feats possessed by the rod's wielder. In this case, only the feats possessed by the wielder adjust the spell slot of the spell being cast. Possession of metamagic rod does not confer the associated feat on the owner. Only the ability to use the given feat, specified... Все понятно. Да, неправильно прочитал. Ну, короче, оно не дает мне знания этого фита, оно просто позволяет использовать этот фит через рот определенное количество раз в день. У тебя фит есть? Нет. Он есть. Почему? Он есть виртуальный вместе с палочкой, как я понял. Да, если у меня есть палка, я могу использовать его три раза в день. И все. Но когда он качается в заряде, в палке заряда, я то есть не могу взять использовать этот фит с повышением уровня. Понятно. Да. Закончили. Доторговались. Да. Оставили бедного Эльфа в покое, он ушел разбираться с заклинаниями и радоваться жизни. Так. Между прочим, одно из этих заклинаний, это из... Ой, оно очень древнее. У меня вопрос. Какое? Ну, вот это вот, которое две атаки дает. Оно, как оно называется еще раз... Сакротарс Трипл Страйк. Тройной удар Сакротара. Это из потерянных... И ты этому засранцу его продал? Ну, что поделаешь? Он рад, доволен и счастлив. Да, мне кажется, за одно такое заклинание он должен отдать тебе всю свою эту самую... Да! До него дошло, что его не обдурил харизматичный бард, а... Из потерянных империй Фаеруна. Все не так уж плохо, он не зря потратил. Из Кармантора. Древнего. В общем, мы такие попёрлись, наверное. Ну, а где нам спать? Нет, я, конечно, могу сделать роуп-трик прямо посреди улицы. Чё, какие проблемы вообще? Никаких проблем. Не, он на радости может вам предложить остаться. А тебе звучит роуп-трик посреди улицы? Нет, подожди. Как-то немного. Сколько вас там мод? Что? Сколько вас мод? Четыре? Пять. Ну, ещё хекси. Пять. И этот его. Учитывая, что пикси мелкая. Пикси мелкая, пикси вообще не видно. И гном и не слышно. И вообще спать мы все равно будем в веревке. Да. Тогда вам выделят комнату. Не вопрос. Ну пиво попить вы зайдете, да? Безусловно. Единственный мне вопрос. У мага кристаллы же продаются для армора? Да. Вот я у него куплю Restful кристалл за 500 золотых. Есть у него такой? Есть. В случае сделай. И дорогой кристалл of life keeping хочу себе, вот он дорогой, он стоит целых 5000. Что за restful? Что не делать вообще? Restful позволяет дрыхнуть в этих самых доспехах? В доспехах без всяких этих самых штрафов. А life keeping дает небольшой бонус по броскам против спеллов и эффектов, связанных со смертью. Слушай, в Pathfinder есть эти камушки? Именно вот этот с доспехами? Нету, но там есть фит, и я разрешаю мальчика это как протаскивать. Фит это не типа. Я знаю, что я хочу. Такого платить. Этого же, даже в 3.5 было у рейнджера, там позволяло ему спать. В общем. And Юнос еще, как он там назывался. Когда вы подходите к таверне? Когда вы мне заходите? Я купил это, да? Да. Все. Не, когда мы заходим, не видим. Главное, шучу. Мы заходим и стараемся ни на кого не обращать внимания. Это сложно. Почему? Что там сидит дракон посреди тобой? Да, блин. На хвосте. Прикольно. У нас дракон на хвосте. Знаешь, такой дракон, типа, вот когда-то я был драконом, сторожил свои сокровища, а потом пришли хоббитцы. Запулили мне камнем в колено, с тех пор я хожу из таверны в таверну, пью, заливаю свою горе. А ты часом не хоббит? Тот, который на бочках. Итого. Мы разорены. Так, у меня ротов максимально. Какой ужас. На микро дошло. Можешь подсказать? Перчатки ловкости. Улетели! Сапоги телосложения. Улетели! Диадема плюс 4 интеллекта! Улетела!
И он 3 раза в день, да? Да. Угу. До 6 включительно. 60. Что? Что 60? Ну 60 урона. Все. Ну я за раунд также предварительно с твоим-то заклинанием. В общем. Куда вы туда заходите? Ой, сори. Ничего страшного. Там? Заходим. Где оно? Куда его дело? Кого? Там сидит такое чудо. Хрупкое, субтильное чудо. Все в фиолетовых чешуйках. И плачет. Нет. И рассказывает какую-то... Оно играет на лютне. Так, мимоходом. Рассказывает какую-то... Ну, таверна большая или не очень? Ну, достаточно. Так, у меня новая заявка. Каждый раз, когда я захожу в какое-то помещение, я на мгновение включаю свой этот пророческий взгляд, то есть Detect Magic Twill, чтобы определить вообще магические ауры. Есть это или нет? Параноик. Ну, теперь я это могу. Извините. Да. Вы не встречали визардов, не параноик. Уровень на первом. Да даже на первом. И сколько они жили, господи. О чем всегда говорит визард? Даже на первом уровне. Он сидит, у него огромная книга заклинаний. На первом уровне? На первом уровне. Огромная книга заклинаний. Она огромная, но пустая. Блин, нет, что же заказать? Вот мы идем в лес, что же взять? Magic Missile или Major Mor? Или Shield? Он глупый. Руки дрожат. Magic Missile, Major Mor и Shield. Вот поэтому я и люблю магов. Что? Параноики, скучно и неинтересно, никакой импровизации. Ничего этого. Я тебе скажу, что... Понимаешь, когда маг достигает пожилого возраста, появляется... нормальный дивинейшн. Он каждое утро начинает с дивинейшна. Чего я тебе сказать должна? Ну есть там ауры магические, нет. А дальше я уже... Магические ауры чего? Просто магические ауры. Ну смотри, я захожу... Помещение. Это конус, вот все, что я вижу, в первый раунд он я вижу, есть магические ауры или нет. Бач, просто есть магической ауры. Если на нем есть магические вещи, нет, то... На нем есть магические вещи. Все, хорошо. Значит, видно. Ну, то есть... Подробнее... Потом во второй раунд я уже могу... Подробнее уже неприлично пялиться. Нет, так. Ну, это же всего 12 секунд. Два раунда. Два раунда, 12 секунд. Это не всего лишь 12 секунд, он стоит... Не, ну вообще... Вообще там сейчас пол таверны пялится на этого барда. Он рассказывает очень... Хорошо, второй раунд я концентрируюсь. Магическая аура только от него исходит или еще? Или от нас тоже. Все понятно. Не, от нас-то я так знаю. Мне кажется, что учитывая, что у тебя теперь есть Rod of Maximize Normal, ты вообще никаких аур не видишь, кроме той, которая излучается твой Rod of Maximize. Я думаю, они просто разного цвета. Барт, такой милый, субтильный, фиолетовых чешуйках. Вот, таком аккуратненьком, дорожником, костюмчике. Что я знаю про фиолетовые чешуйки? Что, history? Ой, Bardic Knowledge, 30. Раса, то ли рождённая драконов, ну то ещё что-то в этом... Ну, Bard. Никита играл первый раз, пытался играть... Spellscale. Да. Ну, Spellscale, как это называется правильно. Я вижу в нём результат неудавшегося эксперимента. Хвост приём. А я ему сочувствую. Они себя неудачным экспериментом не считают. А я могу кинуть что-нибудь или... Ну, чтобы понять, что или нет. А что это где-нибудь там? Если тебе интересно, я тебе тихонечко расскажу об этом. Да, мне не, ну подожди, подожди. Нет, это странное существо. Аркану или что? Я не знаю, чего. Может, оно нам родственник дальний? Аркана история на выбор. Они идут свой путь от дракона. Планы вряд ли... А некоторые совсем больные из них вообще считают себя драконом. На самом деле я считаю... Я дракон! А еще они любят греться на солнышке и отбрасывать хвосты. А еще они вроде как умеют это, вот того. Левитировать. Да. Вроде. Я умею летать. И что? Я же не говорю, что я дракон. Что за вообще? Ну, как ящерицы на солнце медитируют. Ну да, это не тот, это не энкаунтер для партии 10 уровня. Партия 10 уровня не может удивиться существу, которое умеет летать. Он вас не удивляет. Он сидит. У меня, между прочим, был выбор, чтобы взять Mossfly. Он был. Вы знаешь, такой. Вы все летаете. А можно немножко?